Всем привет, друзья! На связи Арбат Холмс. Мы сегодня в Томюке. Это четверг, это еженедельные базары. Мы сегодня вам расскажем о одной из квартир, но перед этим решил немного закупиться овощей, фруктов себе домой и рассказать вам немного о ценах. Ну, давайте не ждать, погнали. Так, помидорчики. Пахнут помидорами 25 лир. 25 лир. Гузель, красиво. Гузель, это красиво. Чё гузель? Очень красиво говорят. Я учу турецкий постепенно, ребята, как мы... Гузель. Набираем побольше, вся семья, ну просто база, это база, понимаете, помидоры, это надо много. Дальше, что у нас? Есть, кстати, другие, вот. Есть вот такие вот помидорчики тоже. Большущие. Вот, взяли, так, на недельку, я думаю, хватит. Поехали, огурчики. Пардон, абла. Так, все, с помидорами закончили. Огурчиков немного, по 20 лир килограмм. Сейчас еще салат, картофель и что-нибудь такое из фруктов обязательно. Вот, поход на рынок закончен. Сейчас поедем с вами на проект. О, вот столько овощей, фруктов, ягоды. 490 лир, в общем, у меня вышло. Здесь и помидоры, огурцы, салат, зелень, виноград, картофель, цветная капуста, грибы, клубника, два граната, помидоры. По-моему, все назвал. В общем, все необходимое для всей семьи. 490 лир. Вот такие цены сейчас на рынке. Все, поехали на проект, снимаем. Он вообще невероятный. Там есть о чем поговорить. Ну что ж, друзья, мы уже на проекте. Я напоминаю, это район Томюк. Что у нас есть в Томюке? Да у нас все есть в Томюке. Ничего не надо. Вот правда. Море вон там, 500 метров. Там набережная просто невероятная. Вечером там прям пестрит. Разные рынки, там какие-то магазинчики, кафе, бары, рестораны. Все это есть на этой набережной прекрасно. Она очень длинная, там классно кататься на великах. Также здесь и аптека, и вот, пожалуйста, вот магазин. Я вот на него прям смотрю, на этот супермаркет. Небезызвестный А101. Мигрос здесь еще побольше уже магазинчик. Вот, больницы недалеко очень, Эрдемли. Также район Томюк будет газифицирован буквально вот совсем скоро, обещают в пределах там года-полутора уже провести тут газ. В квартиры, кстати, много где уже делают оборудование под газ. Ну, а видно здесь, что уже стройка-то закончена, и финальные такие штрихи делают, все убирают. И давайте мы уже с вами пойдем дальше смотреть на проект, но перед этим расскажем вам про инфраструктуру именно этого комплекса. Здесь и фитнес-центр, и открытый плавательный бассейн, и аквапарк, парковка, внимание, три хамама, три сауны, барбекю-зоны, беседки, детские площадки и баскетбольная площадка. Очень богатая инфраструктура, необычный комплекс, а чем именно он необычный, смотрите дальше. Ну вот мы с вами и в квартире. Это 1+1, 82 квадратных метра, сдается в чистовой отделке. И здесь есть за что зацепиться. Действительно, прям есть классные фишки. Ну, во-первых, да, мы встречаем шкаф, довольно вместительный, уже крючки, все установлено, вот полочки, пожалуйста. Вот сюда вот раз, зеркальце, и такой на себя смотришься. Какой-то красивый. Какие-то личные вещи. Здесь у нас гостиная с выходом на балкон. На балкон мы зайдем немного позже, потому что там одна есть фишечка. Давайте переместимся в эту сторону. Здесь у нас полностью оборудованная ванна, санузел, вся сантехника, душевая, все есть. Вот основная спальня. Здесь тоже шкаф вместительный, я думаю, прям для семьи вполне очень достаточно. Розетки, все это есть. Выводы, как я понимаю, это под батареи, да, у нас здесь есть. Под телевизор тоже
кабель вот у нас торчит. Двигаемся дальше. У нас оператор сейчас на техническом балконе, а сейчас и я на техническом балконе. Здесь у нас и кондиционер, и бойлер, все вот эти вот выводы. Здесь можно какую-то сушилочку расположить, либо личные вещи. И тут уже открывается интересный вид. Вон там справа горы. Вот так я смотрю, там море, вот тут горы. Здесь вот соседнее Сите, пальмы, бассейн, просто вот Чок-Гузель. Восхитительно, друзья. Море видно, все видно. Пойдемте дальше. Что вот я говорил вам несколько раз, что есть за что зацепиться, здесь какие-то фишки, да, в этой квартире. Вот, отдельная кухня. Отдельная кухня. Если вы смотрите все-таки про недвижимость в Турции, да, то привыкли, что гостиная и кухня, они совмещены. Здесь же это отдельно. И я знаю людей, которые вот прям ищут именно такие варианты. Полностью укомплектован кухонный гарнитур, да, здесь место под холодильник, под какие-то еще вещички, также сантехника у нас вся стоит, окошко вот здесь, и внимание, раз, вот смотрите, вот хозяйка, раз, приготовила хозяйка, или хозяин, да, раз, открыли, и пошли на вот такой огромный балкон. Здесь точно можно сделать обеденную зону. Многие могут сказать, да, ой, как же мы будем обедать на балконе. Просто берется вот тут, раз, кроется, и восхитительная комната получается. То есть крытый балкончик, здесь обеденная зона, полностью освобождается у вас гостиная, становится просторная. И здесь снова вид, конечно. Раз, море видно, два, море видно. Горы видно. Вон там уже D400, вся основная инфраструктура района Тамюк. Все в доступе. Здесь вот соседняя Сите, пожалуйста. Ну, классно. Если вам этот проект, внимание, с отдельной кухней, 1+1, 82 квадратных метра, он вам понравился, то вот этот номер на экране. Пишите, звоните. И Арбат Хоумс. Живите у моря.